Ирина, Ирина, Ирина. Кто здесь? Ирина, это я. Зеркало? Кто ты такой? Я тот, кто поможет тебе. Слушай меня внимательно. Да кто ты такой? И в чем ты можешь мне помочь? Я помогу тебе избавиться от всех духов, которых ты вызывала. Но я не боюсь их. Я вижу их только тогда, когда я отправляюсь в потусторонний мир. Нет. Все они застряли в Междумирье. Где? В Междумирье. Они не там и не здесь. Что я наделала? Как же все исправить? Я для этого и здесь. Все эти духи, кровавая Мэри, Чарли, Чаки, пиковая дама, Фредди Крюгер, Смайл Дог и все остальные, они там, в Междумирье. Как мне тебя называть? Меня зовут Нечто. Нечто? Что это за имя такое? Я не могу тебе назвать настоящее имя. Просто зови меня Нечто. Хорошо, Нечто, ответь, пожалуйста. Что же мне теперь, как мне быть, если эти души застряли между мирами? Они могут проникнуть в этот мир? Что я должна сделать? Тебе нужна книга. Какая книга? Книга духов. А такая существует книга? Да, эта книга очень старая. Ты должна отыскать ее. Каждая страница принадлежит своему духу. Да что за бред? Какая книга? Какие духи? Не может этого быть! Я не верю, я сплю! Этого не может просто быть! Ирина, помоги нам! Кому помочь? Что случилось? Много душ заперто в зазеркалье. Каждая душа освобождается после того, как заточается демон. То есть, подожди, эти духи, которых я вызывала, они могут помочь спасти невинные души? Да. Все именно так. Ищи книгу. Ну как я найду эту книгу? Я же абсолютно не знаю, где ее искать. Дай мне хотя бы какую-то подсказку, любые координаты, пожалуйста, умоляю. Посмотри, сейчас я покажу тебе, где хранится тайная книга духов. Но ты должна торопиться. Времени совсем мало. Я обещаю, что я сделаю все возможное, потому что я не могу оставить невинные души где-то в зазеркальном мире. Я буду стараться, я обязательно отыщу эту книгу. Но что делать, когда я найду ее? Книгу сможет открыть только королева мистики. Я не знаю, мои подписчики называют меня королевой мистики, но я не знаю, я просто вызываю духов, я могу просто проникнуть в потусторонний мир,
увидеть этих духов, но сама себя я не могу назвать королевой мистики. Если ты действительно та, которая может открыть книгу, ты все сделаешь правильно. А теперь торопись, торопись, времени совсем мало. Что это? Что это за лес? Я не понимаю, ребята. Вы видите этот лес? Если он кажется вам знакомым, обязательно напишите. Может быть, я была уже в этом лесу в одном из своих видео. Мне нужно подумать, нужно вспомнить, нужно съездить. Я должна отыскать эту книгу. Я должна найти ее. Подождите. Это родник. Я знаю одно место, где есть такой родник. Ребята, я проверю это место и отправлюсь туда прямо сейчас. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и пишите мне, что вы верите мне, помогайте мне. Потому что, когда я найду эту книгу, если я ее найду, я абсолютно не понимаю, что может произойти. Поэтому я обязательно все буду снимать и буду спрашивать у вас на своей страничке в Инстаграм. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм yesinskaya.official. А сейчас я отправлюсь на поиски этого леса. Всем до новых встреч. Пока-пока.